Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazine проведу видеообзор силиконовой приманки от компании BAT, модель Касатка. Данная приманка является виброхвостом, выпускается она в длине 10 см. Приманки поставляются вот в таком вот пакетике. Пакетик имеет zip-замок. Ну и внутри приманки располагаются без всякой подложки. Вот так вот россыпи. В пачке находится 6 виброхвостов. Виброхвост выглядит вот таким вот образом. Как можно видеть, тело у виброхвоста высокое. Спинка достаточно такая вот ровная, чуть изогнутая. А вот брюшко имеет ярко выраженную изогнутость. Если посмотреть спереди, то видно, что виброхвост узкий, но, повторюсь, имеет высокое вот такое вот тело. Хвостовой стебель у приманки длинный, заканчивается приманка массивной пяткой. Материал, из которого сделан виброхвост, он, как можно видеть, мягкий. Но при этом материал износостойкий, упругий, прочный. В материале присутствует аттрактант. Приманка выпускается, соответственно, в 13 расцветках. Есть как одноцветные, так и двухцветные расцветки. Ну вот у меня на обзоре приманка в цвете 005. Это цвет карамель. Ну и внутри присутствуют вот такие вот черные блестки. Данную приманку рекомендую оснащать джиг-головкой, ну и анимировать ее или равномерной проводкой, или ступенчатой проводкой. Так как приманка достаточно объемная, 10 см, поэтому она в первую очередь рассчитана на ловлю щуки, также судака, ну, как бы и крупный окунь не откажется от этого виброхвоста. За счет своей геометрии материала приманка подходит и для ловли на реках, и для ловли на водоемах, где течения отсутствуют. Цена у данного виброхвоста вполне как бы доступная, бюджетная. Качество отливки хорошее. Цветовая палитра также достойна внимания. В общем, обратите внимание на виброхвост BAT Касатка. Приобрести данную приманку можно в интернет-магазине F-Magazine, ссылку оставлю внизу под видео. Также по промокоду РЕКА вы можете получить скидку до 20% на более чем 100 брендов, присутствующих в ассортименте интернет-магазина F-Magazine. На этом все. Подписывайтесь на канал. Если видео полезно, то ставьте палец вверх. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!